Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, ДН, Плеймарк, Госдума, Кисми Угабога, Гусанёк и Тучка. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня у нас будет долгожданная рубрика «Выживание на водных постройках». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Первый раунд я сделаю очень красиво, вам понравится прям сильно. Смотрите, что будет, если я взорву небольшую бомбочку возле вас? Спасибо. Тоже вон. Смотрите, как красиво я разделил вас. Да не нужно, ненужная штука была. Так. Да. Ладно, давайте еще раз бомбочку взорвем и посмотрим. Давайте подальше взорву. Да, подальше. Вот здесь вот, пацаны. Но бомба будет мощнее. И Тучка, зачем? Что? Прощайте, пацаны. Что ну, блин. Ого. А мы все не выжили. Одновременно. А, да? Ну, видите, да. Давайте еще разок просто я по-другому немножко сделаю, пацаны. Ну, ничья, видите, так получилось. Ну, просто бомба. Мне просто хотелось повзрывать бомбы возле вас. Да. Ну, скажи, что ты просто, да. Согласен. Так, а что будет, если я буду сейчас красиво вашу постройку жечь? Не надо, мне боюсь. Под водой? Конечно. Под водой. А, не верите мне? Нет. Это какой-то нелогичный. Это этот... Ну, он врун, короче. Дима врун, я масло, понял. Гори. Я же масло налил. Вот я лью масло, оно должно загораться. Ты будто ты рыгаешь. Да, Дима рыгает. Я буду жечь. Иди, иди. Смотрите, все-таки я поджег. Давайте эту часть жечь. Все подожгу, все должны сгореть. Ушел. Не надо жечь. Надо. Не надо. Оно не жжет. О, разрушается. А, не хотите, да? У нас шашлычок. Да. Ой. Лучок. Да отстань от нас! Че оно не ломается? Так бог не дал. Оно просто прочное очень. Опа, отлично. Одна часть уже уходит под воду. Да, так, давайте здесь ножки поломаем все. Ой-ой. Преклонилась? Очень сильно. Блин, прикольно, когда под водой взрывается. Да, классный звук. Блин, ножки помочил. Лапки. Не надо. Убираем поддержку. Надо, пацаны. Здесь тоже убираем. Так, а здесь, я вижу, у нас стоит один человек. Давай мы тебе немножечко поможем. Мне-то зачем? Пощади его. Что за каменный мост? Деревянный же, что ли? Аня, мы плывем. Ловите нас. Ох ты, красиво, Гусонек. Я думал, ты все-таки упадешь. Он же спадет. Нет, Саня, нет. Живи. О, пошло в движение. Аня же умеет, нет? Так, надо здесь мочить. Че, еще никто в воду не упал? Гусонек, да как ты там выжил, молодчик? Хорошо, продолжаю. Нет, нет. Да чего она не ломается? Да что, металлическая, что ли? Она святое, не ломай. О, мы плывем. Пацаны поплыли пока. Хорошо, надо что-то взять помощнее. Хорошо, ядер. Пацаны, вы меня уговорили. Ядерку, да, возьми ядерку. Хорошая идея, отличнейшая. Я шутил. Хотя нет. Так, вот это должно мне помочь. Ой, хорош. Так, давайте здесь, пацаны, сейчас будет эпический взрыв. Ай. Так, интересно, Дэнчик проиграл или нет? Мне вообще не нравится. Ой, если я под водой взорву? А нельзя под водой. Взрывается, смотри, я под водой же жахаю. Дэн, все тут. А как это вот? А, все? Что, Гусюня? А, вот еще один у нас одинешенек плавает. Прощай. Прощай. Не понял. Нет. А, нет, ну все. Так. Ну, будем радикально действовать. Нет. Но. Все, ты не издеваешься, один от Сани. А, он один остался? Ну ладно, Гусонек, поздравляю тебя, ты не молодец. А я выиграл? Да. Все, есть, мой способ это, отплывать, этот, успешен. Твоя тактика была в том, что ты просто молчал всю серию, ни слова не говорил, чтобы за тебя не вспомнили. Вот по-любому. Гусонечек, мы готовы. Хорошо. Пацаны, желаю всем удачи, выиграет сильнейший. По-любому будет лучший игрок, и это буду я. Пила! Пила, иди нафиг. Сумасшедшая, что ли, пила? Ого, он пилит. Он так наизично распиливает доски, как масло. Иди огурца разрежь. Так, он с этой стороны. Нет, нет, не ко мне, пожалуйста. Так, ну пока миссию ничего не распилил. По-серьезному еще все держится. Да не бойтесь, это меня вы не умрете. Он чуть нос в мясо не распилил. Ого. Ты нормальный? Оставь нам хоть чуть-чуть тут в хате стены. Нет! Да иди отсюда. Ой, ОТВ.
Не надо. Стекло он не сможет разрубить, поэтому будем тут челить. Челить. Ну что, ты видишь, заметил, что я неправильно сказал. Молодец. Что-то, по-моему, неэффективный его способ. Ну да, как-то оно пилит уже хуже. Видно, затупилось. Ну, Сумяк, бери новую пилу. Да. Все, один улетел вниз. Нет. А он живой, я думал, он улетел. А ты что меня-то отделяешь от них? Отделяй. Во! И разберись с ним. Все, он шатается на тоненький до. Разломай досточку одному. Нет, нет. Да не, он не специально это делает. Нет, пощади. Ой. Нет. ЛТВ. Красиво. Прощай, щенок. Это была месть или предвзятое отношение? Непонятно. Да просто. По приколу? А мы втроем, что? А, четвером. Подумай, не бей меня. Бей его. Нет. Да. Да не надо нас. Что ты делаешь? Ой, ваша калитка развалилась. Ребята, настроение отличнейшее. Кому не жалко, поставьте лайк. А мы вам будем классные ролики делать. И подпишитесь. Поддерживаю. И в Дискорд заходите. Ссылочка в описании. А ты молодец. Ешь огурец. Все, котяра улетел. Нет, мы сейчас тоже упадем, пацаны. Помогите, дайте руку. Так, нет. Я держусь. Удержи руку мою. Руку нет, помощи. Нет, не убивай нас. А, блин, я соскальзываю. Ничего страшного. Ого. Нормально, держимся, пацаны, мы сможем. А мы такой чисто втроем остались? Нет. Еще Дэн, я вижу, там сидит. Блин, если я выиграю, я буду ломать здание. Надо очень сейчас постараться выжить. Все, пацаны. Прощайте. И тучка, давай. А, Дэн упал. Дэн упал? Все, остались мы. Прощайте. Кто был последний? Дойдем. Да ладно, ну видишь, это пацаны, ну так совпало. Возьму небольшую постройку, чтобы быстрее вас всех скинуть в воду. Нет. Как это нет? Да. Нет. Меня и я возьму поставить. Очень классное оружие. Так, бомбу уже взрывать сегодня не буду, наверное. В смысле, наверное? Нельзя. Нельзя, фу. Как, оброй? Это что? Да. А, оно не пробивает. Да, фигня твое оружие. Да. Ладно, я прошутил. Вот, хорошо. А вон это там мощь. Договоримся. О, а давайте я буду вас разделять. Нет, ой, давай. Нет. Только посмей. На ой, разные нет. Континенты. Блин, он посмел. О нет. Кошмарный мир. Ну, мы стоим на Антарктиду пока. А, все. Все, пацаны, слились? Он так нас этот скинул. Так, хорошо. Ну, тут видишь, методом отбора идет. Тихо, тихо, тихо. Плымах аккуратно. Так, смотрим. Упадет кто-то? Я могу плеймака скинуть, но... А, ты вот так, да, уже решил кинта сбросить? Не, я не буду. Он так, хороший. Смотрим. Ну? Нет! Да, пацаны. Плеймак жирный. Так, двое человек осталось. Кто же вы? А, вот еще котяра тут плавает. Котяра, давай, тебе даю 10 секунд для того, чтобы ты смог как-то перепрыгнуть. Молодец, успел. Да повезло ему. Так, что мы еще должны поломать? Вот эту часть... Ну, Сумяк, ты опять выиграл. Да, повезло. Ира. Ира. У нас сегодня во всех дефект речи. Не обращайте внимания. Все нормально. Сейчас будет эпическая постройка. Высокая и очень-очень хрупкая. Давай, Гусанчелло. Удиви нас. Так, пила уже была. Теперь надо подумать. Череп. О, а ну, а вот это вот разрушает постройку? Так, кто он? О. Ты чем ломаешь-то? Пальцем. Оставь меня. Палец? Админский палец? Да. Ой, блин. Ё-моё, Гусанёк, ну ты все. Извините. Все испортил. Нет-нет-нет, тут еще сейчас будет выживший. Посмотрим, кто же выиграет. А три человека осталось. А все, и тучка, походу, выиграл. А я еще. А, ну, блин. А где ты? Огурец! Так на Альт-Е нечестно. Да ты фу. Да. Не-не-не, и тучка выиграл. Это нечестно было с твоей стороны. Точно честно выиграл? Да, я видел, он прям честно выиграл. Он прям очень честно выигрывал. Ну, хорошо. Итучка, привет! Ого, чем вот он стреляет? Ну давай, я не хотел, отвечаю. Молодец. Они специально тебя выкидывают, чтобы ты не выиграл в этой серии. Ты что, еще не понял это? Ого, там все крышится. Успокойся, псих. Ого. Ты нормальный вообще? Ой. Крышится. А! Ух ты. Отлично, отлично. Все, я проиграл. Последний? Я последний упал?
Playmark. Playmark еще. А вот, да, Playmark, все. Ой, пилит. Так, пацаны, он начинает с вас. Оставь меня, пожалуйста. Ого, начинает наклоняться. А что, у тебя пила под водой работает, что ли? Подводная пила? Да. Неплохо. Воду пилит. Воду пилит. Питает с водой. Питает. Сила воды. Пацаны, ой, пока все хорошо. Это зачем? Выиграю я. Нет, я выиграю. Ах, Денчик, осторожно. Красава, прям на последних парах соскочил. Разве видно, опытный игрок. Пластилин. Так, а где Гусанёк у нас? Пластилин воды. Тихо, меня нет. А, я вижу, ты вдали сидишь там, на краю. Ну не пали. Так я тебе ничего не делаю. Так, успокойся, псих. Ой-ой-ой. Помнишь? Ой-ой-ой. Мы дружили. Я тебе жвачку давал. Блин, он сейчас там распилит. Плеймарк, вспомни, что я тебе делал. Да, ты что сделал? Ладно, пацаны, я буду с вами. Вместе веселей. Да. Пока, пацаны. Колесо. А, блин, ну ты прям подо мной распилил доску. Ладно, проиграл честно. Тут водная мельница какая-то. Да-да-да. Так, осталось 4 игрока. 5. Больше. А, я что, первый упал, что ли? Да, давай, Playmark, пили. Он думает, какое оружие взять. А, вон он что взял. А, это очень слабое оружие. А, не, разрушает нормально. Вот черт, он стреляет в нашу сторону. Послай. Нифига себе, ты актер. Тебе надо Оскара дать, Санёчек. Спасибо, спасибо, спасибо. Гусячий Оскар. Мы тебе тарелку, ничего, там зерна дадим. Хлеба. Спасибо, хлеба. Стухшего, как ты смотришь, например, блюдо из стухшего гороха? Гуси это любят. И послай чёрт дадим. Ну все, он разозлился. Все, красиво слил. Так, интересно, кого он выберет? Ну раз помнишь, Плеймарк, ты помнишь меня? Ты же его не помнишь, да? Мочи его. Дима! Не надо, гадости такие говорить. Ай. Все. Вот уже на везение. Да. Плеймарк, ну я тебе жвачку дал. Плеймарк, помнишь эти места с тобой? Ага. Это тебе за вранье. Все, слил его? Нет. А не, он живой. Меня не надо. Там Алтовой себе уже этот деревянный плот сделал. И текает. Текает. Ого, красиво. Запаркурил котяра, молодец. Кошмарный, посмотри направо. Не трогай меня. Беги, 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 скорее, спасайся. Плеймарк, закончи это. На одной досточке остался. Молодец. Ха-ха, все, слился. Так, теперь у нас остался... Кошмарный. А все, а вот еще бегает тут белый гусь. О, Саня упал, я видел. Упал? Не-не, он еще держится. А, уже. Хорошо держался до этого момента. Так, смотрим, как Дэн сейчас упадет. Молодчик. Блин, горелка слабая. Зря он туда пошел. Горелка. Ну ты взял, видишь, китайскую купил какую-то. Реально. Паль просто. Ну, о, пеленку. Брак. Ладно, по старинке. Не боишься там стоять? Узду. Ой. Да не, нормально. Все Санек, ушли. Спаси нас! Спаси! Да у меня тут, блин... А! Все, я проиграл. Да. Я и пошел ко дну. Так, кто у нас еще тут есть? Плеймарк. Все, ЛТВ слился. Ну-ка, сдумай, Плеймарк. Ну-ка, смотрим, пацаны, сколько вы продержитесь. Он может даже под вами что-то сломать случайно. А, ну все. Уздумал, молодец. Так, давайте посчитаем, кто сколько раз в этом ролике победил. Один. Два. Ну все, Гусанёк, мы с тобой лучшие игроки. Я первое место, ты второе. Ладно, ладно, двое мест заняли первое. Ну, короче, ты понял. А мы второе, мы дружба. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. А где бомба? Бахай. И Тучка, ты опять ее на улице я хранил? Я тут при чем? Всем пока. Всем пока. А я помог.